До начала республиканского национального праздника ИСЭХ, посвященного Году молодежи, остаются считанные дни. На праздник ожидается приезд огромного количества гостей со всех уголков республики. Только в культурной программе будут задействованы более 300 человек из Мирного и близлежащих районов. Репетиции начались 23 июня. Обо всем подробнее в материале Иваны Филипповой. Мирнинский школьник Иван Шаров старательно исполняет каждое движение, повторяя за художественным руководителем. Прилагает максимум усилий, чтобы проникнуться якутским танцем, понять его смысл. Конечно, интересно познавать культуру разных народов. Что в руке? Махалка, сделанная из хвоста лошадей. Подготовка к проведению церемонии открытия и закрытия идет по плану. С утра до вечера на стадионе школы номер 8 проходят репетиции. Первые репетиции у нас начались 24 числа. 24-го мы начали по блокам, по кусочкам уже, по танцам репетировать. В постановке задействованы представители творческих коллективов, учащиеся школ Мирнинского района, а также гости из улусов. Мы приехали из Унтара, ансамбль Айлы, а мы здесь в трех танцах, это стерхи, джагагай и флешмоб. Генеральные репетиции пройдут непосредственно на месте проведения СЭХа в ландшафтно-этнографическом комплексе «Земля Олонхо». Иванна Филиппова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».